לכולם. Всем шалом. אני רוצה לדבר על פרק 28. Я хочу поговорить о 28 главе. שמות פרק 28. Исход 28 глава. אני רוצה לעשות קצת אינטר, קצת קדמה לפרשה. Хочу сделать небольшое введение этой главы. אם אנחנו מסתכלים על הפרשה הקודמת, если мы смотрим на предыдущую главу, דיברנו שם על תרומה, ואחרי זה מדובר על איך בונים את המשכן, כל הסדר שלו. Там говорится о пожертвованиях и о том, как строится мешкан, скиния. ובפרק הזה מדובר על הביגוד וההקדשה של המשכן. И в первой главе, в первой части говорится о том, об одежде и о том, какие нужны детали для всего этого, для скинии. אבל ממש רואים את המיקוד הזה על הביגוד של הכהן והלוויים. Но особенным образом здесь уделяется внимание внешнему виду одежды священника. ואני רוצה שנדבר על הביגוד הזה, מה זה הבגדים האלה של הכהנים והלוויים? Давайте поговорим об этом. Что же это за одежда священников такая? אז לכל אורך הפרשה הזאת ראיתי כל מיני רמזים. На протяжении всей этой главы я видел много намеков. נתחיל מזה שהחיבור בין הפרשה הקודמת והפרשה הזאת מראים את הבנייה של המשכן וההכנה של הלוויים והכהנים. Мы уже говорили, что связь между той главой и этой говорится о том, что в обеих говорится о строительстве скинии и о левитах и о священниках. ואני רוצה שנראה איך אנחנו יכולים לקחת את הפרשה הזאת לחיים של היום-יום שלנו. И давайте посмотрим, как же эту недельную главу мы можем использовать в сегодняшнем нашем дне. אז כיום אנחנו יודעים שאין בית משכן. Сегодня у нас нет храма. אבל אנחנו יודעים שאנחנו המשכן של אלוהים. Но мы знаем, что мы являемся храмом Божьим. ואנחנו צריכים להכין את המשכן הזה בשביל אלוהים, בשביל שהוא יגיע לבית שלו. Мы должны приготовить наше тело, наш храм для Господа Бога, чтобы когда Он пришел, оно было готово. Тут мы в этой главе мы видим, как священник готовится к входу в мешкан. Наше тело — это скиния, а мы сами — это священники. 28 глава, с 1 по 4 стих. ואתה הקרב אליך את אהרון אחיך ואת בנך איתו מתוך בני ישראל לכהנו לי. אהרון נדב ואביהו, אלעזר ואיתמר בני אהרון. ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת. ואתה תדבר את כל חכמי לב אשר מלטיב רוח חוכמה. ועשה את בגדי אהרון לקודשו לכהנו לי. ואלה הבגדים אשר יעשו, חושן ואפוד ומעיל וכותונת אשבץ. מצנפת ואבנת ועשו בגדי קודש לאהרון אחיך ולבניו לכהנו לי. С 1 по 4 стих, 28 глава Исход. «И возьми к себе Аарона, брата твоего, и сынов его с ним от среды сынов Израилевых, чтобы он был священником мне, Аарона, и Надава, Авиуда, Элиазара, и Фамара, сынов Аароновых, и сделай священные одежды Аарону, брату твоему, для славы благолепия. И скажи всем мудрым сердцем, которых я исполнил духа премудрости, чтобы они сделали Аарону священные одежды для посвящения его». Чтобы он был священником мне. Вот одежды, которые должны они сделать. Наперсник, эфод, верхняя риза, хитон, стяжной кидар, пояс. Пусть сделают священные одежды Аарону, брату твоему, и сынам его, чтобы он был священником мне. Давайте по очереди пройдемся по этим стихам и попробуем разобраться, что здесь сказано. В пасуке ראשון כתוב, ואתה הקרב. אליך את אהרון אחיך ואת בנך ביתו, איתו מתוך בני ישראל לכהנו לי. И в первом стихе говорится, и возьми к себе Аарона, брата твоего, и сынов его, и среди сынов, чтобы они были священниками мне. מה משמעות המילה, אתה הקרב לכהנו לי? Что значит, ты возьми к себе для священства мне? אז אנחנו יודעים שאהרון למשך כל הסיפור עוד מהיציאת מצרים, הוא היה יראה אדוני והוא תמיד הלך הוא ניסה לעשות הכל כדי להראות את אמונתו לאלוהים. Мы знаем, Аарон на протяжении всего пути в пустыне и вообще он был таким вот, старался держаться праведности и передавать вот эту святость Божью народу. הוא היה תמיד הזה שבין המשרתים. Он всегда был служителем Божьим. והדבר הזה, המילה, ואתה הקרב לכהנו לי, אני רואה בדבר הזה כמו
И вот в этих словах «И возьми к себе Аарона, чтобы он был священником мне», я вижу как жертву в чем-то. Если мы вспомним себя, то это можно привести параллель как водное погружение, когда мы обещаем Господу Богу посвятить себя и обещаем Ему доброй совести. בפסוק 2 עד 4, רואים הכנה של הבגדים של הלווים. А во втором по четвертой стихе написано об одежде для священников и левитов. И вот в этих трех стихах есть особенные слова, которые вот меня очень тронули. Третий стих. «И скажи всем мудрым сердцем, которых я исполнил духа премудрости». И тут вопрос, кто же такие мудрые сердцем и что же за дух премудрости? В конце сегодняшнего я вернусь к этому вопросу. Здесь мы видим, как Господь уделяет внимание каждой детали одежды священника. До мелочей все описывается, под каким углом, в какую сторону, с какой стороны, какие кольца, из какого металла. Все это описывается до мелочей. ואם אנחנו מסתכלים על זה, אנחנו לא באמת מבינים כאילו מה הסיבה שצריך לעשות את כל הדיוק הזה, הרי הוא פשוט אמור להגיע ולהיות בנוכחות של אלוהים, הוא לא צריך עכשיו להיות איזה טווס ולטייל כמו יפיוק. И тут сразу же задается вопрос, для чего вот это вот все очень подробно написано? Почему священник должен все время думать, а это ли правильно у меня, здесь ли все я уделил этому внимание? Не должен ли он просто в свободе прийти в служение Господу Богу? אבל אלוהים בכוונה רוצה את הלבוש הזה הספציפי. Но Господь специально избирает эту одежду для священника. Он специально вот уделяет внимание каждой детали для того, чтобы служители Божьи, левиты и священники выглядели наилучшим образом вот в служении Господу Богу. Я вот вижу три особенные детали одежды вот в одеждах священников и левитов. Три направления одежды. Физическая одежда, символическая одежда и духовная одежда. אלוהים רוצה שהלבוש, הלבוש הזה יהיה בצורה כזאת ש... מושלם, חסר דופי, חסר... Если мы смотрим с физической стороны на эту одежду, то Господь действительно хочет, чтобы она выглядела просто наилучшим образом, самым вообще возможным лучшим образом на священнике. ואפשר להבין את זה, כי אנחנו, כאילו, הכהנים הלוויים, אלה שמייצגים את אלוהים, הם הגשר בין אלוהים ל... И это можно понять, потому что мы, священники Бога Живого, мы являемся вот этими мостиками между людьми и Господом Богом. Так какая же одежда для нас сегодня? אז אנחנו ביום יום, כשאנחנו הולכים לקהילה, או שאנחנו מחוץ לקהילה, הלבוש זה מה שמסמל אותנו, זה מה שמייצג את אלוהים. איך שאנחנו מתלבשים, זה צנוע או לא צנוע, זה מי שמשקף את מי שאנחנו... Одежда наша сегодня, вот то, как мы одеваемся, то, что мы на себя одеваем, это показывает наше внутреннее состояние. Этим самым мы свидетельствуем другим или не свидетельствуем о Господе Боге, нашей одежды. А сейчас про символическую одежду. Я хочу, чтобы ты это немного в смысле, не
Это то, что вот мысли, которые я получил во время чтения этой главы. С 33 по 38 стих той же главы, если мы посмотрим. שולב רימוני תחלת והגמן ותולעת שני על שולב סביב ופעמוני זהב בתוכם סביב פעמון זהב ורימון פעמון זהב ורימון על שולי המעיל סביב והיה על הארון לשרת ונשמע קולו בבואו אל קודש לפני אדוני ובצאתו ולא ימות ועשית ציץ זהב טהור ופיתחת עליו פתוחי חותם קודש לאדוני ושמת אותו על פתיל תחלת והיה על המצנפת אל מול פני המצנפת יהיה. והיה על מצח הארון ונשא הארון את און הקדושים אשר יקדשו בני ישראל לכל מתנות קדושיהם והיה על מצחות תמיד לרצון להם לפני אדוני. 28:33 По подолу ее сделай яблоки из нити голубого, яхонтового, пурпурового, червленого цвета. Вокруг по подолу ее позвонки золотые между ними кругом. Золотой позвонок и яблоко, золотой позвонок и яблоко по подолу верхней ризы кругом. Она будет на Ароне в служении, дабы слышен был от него звук, когда он будет входить во святилище пред лицо Господне и когда будет выходить, чтобы ему не умереть. И сделай полированную дощечку из чистого золота и вырежь на ней, как вырежь вырезают на печати «Святыня Господня» и прикрепи ее шнуром голубого цвета к кидару, так, чтобы она была на передней стороне кидара. И будет она на челе Аароновом и понесет на себе Аарон недостатки приношений, посвящаемых от сынов Израилевых и всех даров ими приносимых, и будет она непрестанно на челе его для благословения Господня к ним». Благоволение Господня к ним. אז כן, אנחנו רואים על פעמונים האלה, ואנחנו יודעים מה המטרה האמיתית שלהם, שכשהכהן הולך בקודש הקודשים, ופתאום לא נשמע צליל פעמונים, כנראה משהו קרה לו, וצריך למשוך אותו החוצה. И вот эти колокольчики, которые были привязаны к концам его одежды, они для того, чтобы если, вот входя в святое святых, перестает быть звук колокольчиков, то, скорее всего, священник умер, и нужно его вытягивать за нитку. אבל אני רוצה שנסתכל על זה קצת סמלי, אוקיי? אם אנחנו ניקח את שתי החלקים, החלק הראשון עם הפעמונים והרימונים, נועדו כדי לשמוע בעצם את הכהן הולך בקודש הקודשים. А вот попробуем подумать о том, что первая часть — это о том, чтобы именно издавался звук, чтобы эти колокольчики и гранаты, как тут написано, они издавали звук для того, чтобы было слышно священника, как он служит. הרי שומעים אותו הולך, כל צעד שומעים את הפעמון. זאת אומרת, הוא נמצא שם, הוא חי כי... Когда он ходит, когда он там действует, священно действует, слышно, что он что-то делает, двигается, и колокольчики звенят. А вторая часть, и сделай полированную дощечку из чистого золота, и вырежь на ней, как вырезают на печати, святыня Господня. בבסליה זה, איך שקוראים לזה, היה לו חותם שייך לקדוש לאדוני. Так получается, у него был какой-то головной убор, и на нем была такая дощечка с печатью, и там было написано «Святыня Господня». אם אנחנו מסתכלים על זה, זה בשבילי, אני אישית רואה פה דמות של קלה. Я вот в этом образе вижу образ невесты. כשהקלה הולכת לחופה, אז... מרגישים, שומעים את הנוכחות הזאת שהיא הולכת. Когда невеста идет под хупу, под венец, видно и слышно, и вот ее присутствие, и все видят вот этот вот свет и этот звук. ועל המצח כתוב, קדוש לאדוני. И на лбу написано «Святыня Господня». מה זה קדוש לאדוני? מקודש לאלוהים. Что такое «Святыня Господня»? Это посвященное Богу. כמו שהקלה מקודשת גם היא. Как и невеста посвящается мужу. אז כך גם אנחנו, המאמינים, צריכים להיות מקודשים לאלוהים, ושישמעו אותנו, הולכים לכיוונו. Также и мы, когда мы что-то делаем, надо, чтобы было слышно наши действия, то есть видно, слышно, и как мы приближаемся к Господу Богу. Все то время, когда нас слышно, когда вот происходит какой-то звук от того, что мы делаем, значит, мы на правильном пути, и мы живы. אני רוצה שנקפוץ לאל האפסים, פרק 18,
Посук 6-11. Мы сейчас говорим про духовную одежду. Эфесим. Эле Эфесим, перек 18. Эфесянам 18 глава. Посук 18, Эфесим. Кен. Эн шам к Эфесим. 6, слиха. 6. 6 глава с 11 по 18 стихи. לפשו את מלוא נשק האלוהים למען תוכלו לעמוד נגד נכלי השטן, כי לא עם בשר ודם מלחמה לנו, אלא עם רשויות ושוררות, עם מושלי חשכת העולם הזה, עם כוחות רוחניים רעים בשמיים. על כן קחו את מלוא נשק האלוהים למען תוכלו להתנגד ביום הרע ולעמוד לאחר עשותכם את הכל. עמדו כשהאמת חגורה על מתניכם ושריון הצדק לבושכם, וכשרגליכם נעולות נכונות לבשורת השלום. עם כל אלה, שאו את מגן האמונה אשר תוכלו לכבות בו את כל חציו הבוערים של הרע, וקחו את כובע ישועה ואת חרב הרוח שהיא דבר האלוהים. בכל תפילה ותחינה התפללו תמיד ברוח, שקדו בתפילתכם והתמידו בתחינה בעד כל הקדושים. Ефесянам 6:11. «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой, все преодолев устоять». Итак, станьте, припоясав чресла ваши истинную и облегшись в броню праведности и обув ноги в готовность благовествовать мир. И паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасать все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божье. Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением о всех святых. אז פה אנחנו רואים את הביגוד הרוחני שאנחנו צריכים להתכונן, להגן על המשכן הזה. И тут мы видим, как говорится, о духовной одежде, что нужно одеваться в эту духовную одежду, чтобы предстать пред святыней Господней. אז ראינו שלושה סוגי לבוש, פיזי, סמלי ורוחני. Мы увидели три вида одежды, физическую, символическую и духовную. עכשיו אני רוצה שנקפוץ לשאלה שקודם שאלתי, מי הם חכמי לב ואלה שנתמלו ברוח חוכמה? Теперь я хочу вернуться к вопросу, кто же такие мудрые сердцем и наполненные духом? בפסוק 3, ואתה תדבר אל כל חכמי לב, אשר מילתי ורוח חוכמה, ועשו את בגדי אהרון לקודשו לכהנולי. אז אפשר להגיד כאילו האנשים האלה שאלוהים שמח עליהם לייצר, לבנות את הביגוד הזה של הכהנים והלווים, זה הקהילה, זה הרועי קהילה, זה זקני הקהילה, זה אספות בית, וזה כל אחד מאיתנו. התחלה שפספסתי. שאלה שאלוהים שמח עליהם, הביא להם את החוכמה, ליצור את הביגוד. Вот эти мудрые сердцем, это те, которых Господь посвятил для служения Ему. Это вот все наши виды служения, это собрание в общине, это домашние группы, это молитвенные собрания. Все это для того, чтобы... זה במיוחד כל אחד מאיתנו. И это каждый из нас. ואלוהים שמח בידיים שלנו לבנות את הביגוד הזה. И Господь дал это в наши руки, чтобы мы строили эту одежду, вот сами одевались в нее. לבנות אחד את השני. И тем самым помогали, созидали друг друга. אז לסיכום, הגוף שלנו זה המשכן. И вот в завершении, в итоге, наше тело — это скиния. ואנחנו הם הכהנים. А мы священники. И мы должны быть одеты в правильную одежду, подходящую для нашего служения. Одежда, которая будет нам вот, свидетельствовать о том, что мы представляем Господа Бога. Чтобы о наших действиях слышали люди, и чтобы мы знали, что мы приближаемся к правильному пути, идем на правильном пути. И чтобы наше духовное оружие было сильным, чтобы мы могли противостоять всякому злу. Спасибо.